Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день. Чухонцев Александр, торговая сеть «Пятерочка». Расскажите, пожалуйста, Александр, вы были спикером нашей деловой части сегодня. Было обсуждение каких-то интересных вопросов. Поделитесь, пожалуйста. Моя сессия была посвящена именно клиентскому опыту и то, как сегодня ритейл смотрит в сторону клиент-центричности, как мы вовлекаем наших клиентов, наших гостей во взаимодействие с компанией, как мы повышаем их доверие. Вот как раз про это была сессия. Можно буквально в двух словах, как в «Пятерочке» теперь смотрят на клиента, как делают так, чтобы клиент был лоялен, как делают так, чтобы клиент еще раз возвращался? Ну, клиент-центричность – это наша одно из ключевых стратегических направлений развития компании. И для нас клиентский опыт – это не пустое слово, это целая стратегия нашего развития, которая включает в себя и понимание того, кто же все-таки наш клиент, то есть правильная сегментация со стороны клиентского опыта и управление клиентским путем, да, каждого из сегментов, которые у нас есть. Также это правильная система вовлечения всей организации, то есть формирование этой самой культуры клиент-центричности в компании. Вот. И как раз решение, про которое я сегодня рассказывал на сессии, оно связано с правильным вовлечением и доверием нашему гостю проверки наших магазинов. Это решение мы назвали «Шпионский клуб». Это некий элемент геймификации и прохождение мини-квестов в нашем магазине нашими же гостями по интересным сценариям, которые, с одной стороны, интересны нашему гостю, он за это получает вознаграждение, с другой стороны, эффективны для бизнеса, потому что в течение 24 часов мы получаем уже информацию о тех недочетах, которые необходимо устранить в магазине. Расскажите, это какой-то ивент разовый или теперь в любой «Пятерочке» рядом с домом можно зайти и пройти какой-то интересный квест, получить какие-то баллы, подарки и так далее? Шпионский клуб доступен не всем гостям. Да, то есть это закрытый клуб, в который попадают избранные гости, которые с нами уже довольно давно, которым мы особенно доверяем. Но при этом каждый магазин у нас проходит допроверку. То есть у нас уже десятки тысяч наших гостей уже поучаствовали в шпионский клуб, он им доступен. Вот, мы будем эту географию и количество пользователей расширять. Вот, тем самым мы, соответственно, развиваем наше решение. Замечательно. Вы можете набрать продуктов домой, при этом причем получить прекрасное настроение и остаться довольным всеми услугами ритейлера. Спасибо вам большое за такое общение. Я надеюсь, вы еще поделитесь какими-то интересными мыслями, но я понимаю, вам нужно уже идти на следующие сессии, потому что наша бизнес-часть очень насыщена. Спасибо вам большое за общение. Спасибо вам большое. До свидания.